Привет, вы на канале Майя Миллер. Сегодня у меня на обзоре будут вот такие пельмешки, которые я недавно купила в Тавриеве. Получается, украинская зирка, фирма пельмени традиционные замороженные. Так, фарш. Ага. Фарш теста 50 на 50. Тут 500 грамм упаковочка. Стоили они в районе, если я не ошибаюсь, там 40-46 гривен, что-то такое. Короче, если честно, не помню. Вот. А сейчас буду пробовать и расскажу вам, вкусные они, невкусные, стоят ли они своих денег и вообще стоит ли покупать. Пока у меня тут варится вода под пельмени, я пью кофе. В общем, вы, если никогда не пробовали вот такой кофе, Жокей, то обязательно попробуйте, это реально очень вкусный кофе. Если вдруг у вас есть проблемы, там, не переваривается кофе, учит вас, допустим, вот этот кофе реально вот идеальный. От него нет никаких вообще проблем. Все, приготовила я пельмешки, вот такие вот они у меня получились. Сейчас буду пробовать. Горячие. А сметану забыла купить вчера вечером, после работы. Ну ничего, у меня есть майонез, если что, сейчас майонез добавлю. Ну, конечно же, бывают пельмени и повкуснее. Ну что я могу сказать, что пельмени неплохие, можно покупать периодически их и кушать. В принципе, мне нравится. Если бы еще сметана была, то вообще супер бы было. Так что если оценивать эти пельмени по 5-бальной системе, я даю им 4. Ну вот, если видно, сколько здесь мяса. Мясо, походу, куриное, потому что очень похоже на куриное. Мясо сыровина, заморожено 75%. Фарш куриный, сало, обрезки мясные, яловочные. Яловочные, это хлеб, понимаете? Ой, господи. Фу, блин, жарко, ужас. Даже лук есть. Я свой лук добавила, поэтому я не особо чувствую из них лук. Ну, вода, соль. В принципе, все. Вот такие вот пельмешки. В общем, пельмени неплохие. Всем советую. Увидите вот такие пельмени, обязательно смело берите. Так, ну все тогда. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита, если только вы сейчас начинаете идти кушать или посмотрели мое видео и проголодались, и тоже сейчас пойдете кушать. В общем, всем приятного аппетита. Покупайте вкусные продукты, смотрите мои обзоры, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, если вам понравилось это видео, или если вы уже пробовали такие пельмени, и вам они тоже понравились. Все, всем приятного, всем спасибо за просмотр, всем пока!